Хороший проект и правильное размещение радиаторов Фритермо – это гарантия получения удовлетворения от будущей эксплуатации системы. Система отличается небольшим весом элементов, простотой установки и высокой эффективностью. Расположение радиаторов на стене размещаем таким образом, чтобы коллектор находился в проектируемом слое пенопласта. Установка обогревателя проста настолько, что длится дословно минуту. Давайте посмотрим сами. Элементы, появляющиеся после разработки проекта, не препятствуют установке радиаторов. Благодаря исключительно тонкой ажурной конструкции радиатора, нанесение штукатурки не представляет никаких проблем, а толщина ее слоя не отличается от обычной. Разводку воды начинаем после укладки предпоследнего слоя пенопласта на полу. Сразу после съема защитной пробки коллектора устанавливаем шланг. Несмотря на простоту, данное действие требует определенного старания, чтобы закрепить шланг вручную согласно указаниям производителя. Системный шланг Фритермо подключаем, соединяя последовательно все обогреватели в помещении. После разводки системы прячем ее по периметру помещения в последний слой пенопласта. Аналогично другим водным системам, перед заливкой стяжки следует проверить систему центрального отопления на герметичность. Линейка продукции Фритермо включает также радиаторы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Обычную гипсокартонную стену мы можем в любой момент оборудовать обогревательной панелью. Не требует это каких-либо дополнительных изменений или использования специальных конструкций. Дополнительным преимуществом является возможность установки системы без особого вмешательства не только в новых объектах. Все установленные контуры системы соединяем в распределители с помощью системных подключений Фритермо. Установленная надлежащим образом система отопления полностью невидима для пользователя. О ее существовании может нам напоминать лишь дисплей контроллера. Более подробная информация о Фритермо доступна на сайте www.fritermo.com.